Усиленный контроль за ситуацией на дорогах. Силовики провели в Самаре масштабный рейд. К работе привлекли максимальное количество сотрудников ГИБДД, в том числе и руководящий состав. Безусловным приоритетом было выявление пьяных водителей. Выезд на полосу встречного движения – это работа с нашими маленькими участниками дорожного движения. Лето актуально, движение на самокатах, СИМов. Вот на это нацелены сегодня сотрудники госавтоинспекции. От пристального внимания полицейских не скрылись и другие правонарушения. Так, в ходе рейда было выявлено 56 автомобилей с тонировкой не по ГОСТу. 11 водителей перевозили детей без специального удерживающего устройства. Ответственные участники дорожного движения к таким рейдам относятся с пониманием. В наше время, так как машин слишком много, водителей слишком много, много водителей молодых, вот. И поэтому нужно учить и соблюдать правила. Если не будет рейдов, будет мало сотрудников на дороге, будет тут много лихачить и так далее. Не соблюдать правила. Сотрудники госавтоинспекции призывают каждого участника дорожного движения не терять бдительности и не создавать аварийных ситуаций. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.